Так, ребята, еще решил минутку вашего драгоценного времени, вашего драгоценного внимания, так сказать. Хотел что показать? Один приемчик, вот мы положили авторскую лазурку. Вот. И она уже, так сказать, к рукам уже не берется, и тогда мы можем его полирнуть. То есть полирнуть, как мы полируем венец. Венец, которым мы на пол подсыхаемся, да? И тогда получаем очень интересный такой. На тактильность это просто бомба. Сейчас попробуем показать, как она на просвете смотрится. Глянец. Ну тут такого, конечно, глянца сильного. Конечно, не Венеция, мы тут не добиваемся венецианки, но вопрос в том, что вот на тактильность она вводит очень приятно. Так что... Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Я Владик Антонов, Дали Буда. Пока.